Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новой зарубежной социальной сетью. Вот так вот она называется. Судебе. Это зарубежная соцсеть новенькая. Регистрация здесь наипростейшая. Думаю, ничего сложного там нет. Нужно будет единственно подтвердить адрес электронной почты. Далее вас перебросят в настройки и действовать инструкции русского языка. Как такового здесь нет. Нужно переводить, как бы перевести на русский и читать, что написано. Ну, я вот оформила соцсеть, шапку, как бы заставка. Все у меня здесь. Здесь все просто. Мне нужна соцсеть для рекламы своих проектов. Ну, как рекламная платформа. Только здесь, друзья, еще нам дают заработать на приглашениях. За каждого привлеченного пользователя начисляют 10 центов. Так, ну вот это вот главная страничка. У вас будет своя. Как бы я все заполнила. Оформила. Так, давайте теперь пройдемся. Основные моменты вам покажу. Ну вот профиль. Так, профиль. Не перебросила никуда. Профиль. А это и есть профиль. Так, сеттинг. Ну, здесь что у нас? Переводим на русский, значит. Редактировать профиль, настройки безопасности, конфиденциальность, уведомления. Есть членство, это по желанию. Я ничего сюда не вкладываю, боже избави. Так, филиалы. Так. Здесь находится партнерская ссылочка. У меня вот 3 партнера уже как бы присоединились. Можно поделиться в соцсетях. И что, заработайте до 10 центов за каждого пользователя, на которого вы будете ссылаться. Вам будут платить, когда новый пользователь зарегистрирован. Вот такая тут вот есть фишка. Я об этом и не знала даже. Так, это у меня на балансе, у меня 3 человека, 30 центов. Вот платежи. Вот мой баланс 30 центов. И что они тут пишут? Минимальная сумма за запрос на снятие средств составляет 2 доллара. И здесь, друзья, только PayPal. Ну, PayPal, конечно, у меня он есть. Но я с ним как бы... Я им не пользуюсь. Возможно, со временем добавят еще платежные системы какие-нибудь. Вот. Будем надеяться. Ну, верификация, блокировка, ваша информация, удалить аккаунт. Далее, что здесь, кто будет к вам добавляться, друзья, сообщение, уведомления. Так, далее, что? Ну, здесь это все есть ночной режим. Также настройки посмотрите. Перейдем в ленту. Вот у меня тут 3 друзей. Это новостная лента. Идет. Как бы. Хотите, можно ставить лайки. Переведем на русский обратно. Что у нас здесь? Слева в шапке. Повторить попытку. Что-то не переводится. Перезагружу. Попробую перевести. Ну ладно, ну здесь уже сами почитайте мой вот это. Не знаю, здесь очень много фишек всяких. Здесь и игры есть, и блог, и маркет, и форум. И кино смотреть, как бы вот гейм-игры, как в обычной соцсети. Знаете, пожалуйста, играйте в любые игры.
видео смотрите. В общем, много чего такого. Ну, как я сказала, мне нужна... Я рассматриваю для рекламы своих проектов. Можно публиковать пост. Можно фото здесь вот посмотрите. Ну, фотографию я сейчас записала, видео. Сейчас опубликуем пост. Сейчас картинку выберу, конечно. Сюда вставляем текст. У меня текст я отредактировал на английском языке, так как это зарубежная соцсеть. Нажимаю пост. Все. Пожалуйста. Мой пост опубликован. И помаленечку развивать соцсети. У меня много соцсетей. И что вы думаете, у меня из соцсетей идут реальные партнеры. Как бы все хорошо. Если вы нажмете у меня в описании под видео еще, там очень много есть информации по соцсетям. Кому что интересно, можете рассматривать. Ну, не интересно, значит, проходим мимо. Вот такая вот социальная сеть. Кому интересно, пользуйтесь. Вот. Кому не интересно, не пользуйтесь. Здесь группы, люди. В общем, можно добавлять. И не переводится, зараза, на русский язык. Вот. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.